Добрый вечер, дамы и господа. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, уважаемые трудящиеся. Все, кто сегодня решил отдохнуть, встретить май. Поздравляем вас всех с праздником. Желаем вам хорошего отдыха. Поздравляем вас всех с праздником. Я вас сегодня буду играть Евгений Ревнюк, клавишная композиция. Он, собственно, является автором проекта, автором многих композиций и, так сказать, сердце нашего коллектива. У нас, правда, есть еще одно сердце коллектива. Это барабанщик Евгений Амоев. Бас-гитара Армен Магартычан. Эльдар Шархудинов на гитаре. И к нам присоединилась брас-секция. Это Ростислав Кочетов, труба. Сергей Пономарев тоже труба. Денис Пушинский, тенор-саксофон. И Антон Димасидинов, тромбон. Друзья, меня зовут Святослав. Если будут какие-то вопросы, можем их обсудить в перерыве или по окончании концерта. А мы, так как мы сегодня все-таки остались в Москве, не отправились никуда отдыхать, ни в Египет, ни в Турцию, ни на дачу, поэтому мы для вас придумали такое небольшое музыкальное путешествие по теплым местам, по теплым странам. И первое путешествие, куда мы отправимся, это Соединенные Штаты Америки, в Калифорнию, город Лос-Анджелес. Итак, представьте, что мы в Калифорнии, едем на кабриолете, вокруг пальмы, играет классный smooth jazz из динамиков. И это музыка Евгения Ревнюка. Лос-Анджелес.
Что-то барабанщик показывает. Надо. Thank you.
Спасибо. Эта композиция называлась «Розовые очки». Thank you.
прекрасный КамАЗ. За здоровье лица трудящихся. Недавно прочитал в интернете информацию интересную про космос. Знаете, мы тут, некоторые из нас очень этим интересуются. Читаем, ищем все новинки, которые в интернете выкладывают про телескоп там Хаббл, не знаю, Кассини. И вот свежая информация о том, что, запомните эту дату, 28 ноября, будет пролетать самая яркая комета. Обещают, что она будет светить даже ярче, чем Луна. И вот именно этому посвящена композиция Евгения Ревняка, она называется «Звездочет». Thank you.
Ну, что же вам теперь представить такое? Представьте опять море, представьте голубое небо и бригантину на волнах. Представьте, что мы на этой бригантине делаем барбекю из свежей барабули. Thank you.
Спасибо. Ну и еще одна старая морская легенда о том, что я помню, я прочитал об этой легенде очень давно, в детстве, в книге, в какой-то, не помню уже. И потом эта же легенда появилась в фильме «Пираты Карибского моря». Я имею в виду историю про зеленый луч. Когда, если увидишь этот зеленый луч, то говорят старые волки морские, что будет у тебя счастье, и деньги, и успех. Я помню, мы ходили на море, вечером стояли, ждали, когда же мелькнет этот зеленый луч. Все было, смерчи, дождь, град, зеленого луча так не удалось увидеть. Но мы вам желаем, чтобы вы когда-нибудь имели счастье увидеть этот самый мифический луч. А мы в заключении первого отделения сыграем композицию с таким названием. Thank you.
очень вкусные эклеры. Очень всем рекомендую попробовать эклеры с ванилью. Это что-то сказочное. Итак, друзья, минут через 20, может 15 вернемся. Спасибо. We'll be right back.
через пропасть. Это этот прыжок совершит Евгений Ревнюк. Thank you.
прошлая неделя была довольно-таки тяжелой для музыкального сообщества, потому что сразу несколько человек ушло из жизни. Несколько человек, которые, в общем-то, были уважаемыми людьми, хорошими музыкантами. И мы их очень любили, мы с ними были знакомы все. С кем-то играли, с кем-то просто были знакомы. Я говорю про саксофониста Анатолия Герасимова, который неделю назад ушел от нас. Замечательный был человек, просто какой-то светлейший и очень добрый, очень музыкальный. Всегда восхищался его музыкой. И наш друг Адель Сабирьянов, барабанщик, трагически погиб. И еще один тромбонист в оркестре, в котором мы работаем с Ростиславом, он тоже скончался от сердечного приступа. Это очень тяжелые такие утраты для нас. Мы, честно говоря, все в шоке от этого. Никак невозможно это было ожидать. Но этого никогда и не ждешь. Но раз такое произошло, у нас остается только память об этих людях. Видеозаписи, смс-ки. Это все напоминает нам об этих людях. И вот мы хотим, собственно говоря, почтить их память следующей композицией. Она называется «Словно облака». Thank you.
и опять обратим наши взоры на море. На этот раз это лазурный берег Франции. Евгений Гринлюк. Thank you.
Вот такие картины музыкальные рождает вот эта светлая голова. Ну, как и всякий уважающий себя композитор, Евгений не смог обойти еще один жанр, точнее не жанр, а название, которое, наверное, есть у каждого композитора. Это название очень простое – мелодия. Евгений Ревнюк ее сочинил. Thank you.
Thank you.
Гребнев. Ребята, сейчас все время. Он сегодня герой с температурой и с ангиной пришел нас всех заразить. Дай Богу ему здоровья. И на басу Армен Макартычан. Евгений Аноев, ураганное соло на барабанах. Ростислав Кочетов, труба. Сергей Пономарев, первая труба. Денис Прошинский, первый саксофон и первая, самая главная флейта в городе. Антон Гумазидинов, восходящая звезда тромбона. Спасибо, друзья. Было сегодня очень-очень-очень-очень весело. И нам большая честь сегодня для вас было и надо, и будет. Спасибо, что вы были. Мы надеемся, что не последний раз. Знаете что? Мы сыграем все-таки вам маленькую колыбельную. Чтобы праздники начались хорошо и продолжались. Вы вернетесь сегодня домой. Кто-то, наверное, продолжит вечер отдыха. Но в любом случае вы окажетесь в своей любимой кровати. Заснете. И вам приснится сегодняшний клуб Алексея Козлова. Приснится вам Евгений Ревнюк с его музыкой. Самая именитая бас-секция. И да, больной приснится. А потом он, естественно, выздоровеет под утро. Друзья, в общем, хороших вам сновидений сегодня. И композиция, которую мы завершим этот тяжелый для нас трудовой день. То знаете, есть поговорка такая. Тогда, когда все люди отдыхают, музыканты работают. Хочешь обидеть музыканта? Поздравь его с праздником. А композиция называется... Вот, помните передачу? Она очень давно идет, вы все ее смотрели наверняка. Где Хрюша и Степаша. Она называется «Спокойной ночи, малыши».
Евгений Ливнюк. Ильдара Шарфудинов. Евгений Анович. Барабаны. Армен Макатычан, бас, гитара. Ростислав Кочетов, труба. Сергей Пономарев, труба. Денис Прушинский, саксофон. Антон Тимофеев, тромбон. Меня зовут Святослав. Друзья, спасибо, что вы были с нами. Надеемся увидеться в Архангельском. Спасибо. Спокойной ночи, малыши.